Первая музейная выставка в Петербурге Олега Ланга. И наоборот, состоит из таких габаритных вещей, которые Олегу Лангу как монументалисту как раз характерны и присущи. К этой выставке Олег Владимирович сам придумал название «Передача ключей». И, конечно, имеется в виду не бытовая передача связки ключей, хотя это тоже не исключено, но вот некая такая передача ключей смысла, кодов, традиций, ощущений. В общем, название оставляет простор для интерпретации, так же, как вот и художественные произведения, задающие какую-то особую энергию, радиацию в пространство. Даже этот самый большой зал из выставочных залов «Эрарте» кажется немного маловат для работ Олега. Ну, стиль такой, трудно сказать. Это что-то, как какое-то соединение наивного искусства с нового экспрессионизма. Наивное искусство – это вообще это любовь. Вот. И экспрессионизм – это просто манера выражения.